У 32-го дома по улице Клинической дурно пахнущая репутация, в прямом смысле. Девятиэтажка славится частыми засорами. Сотрудники цеха канализации РКС «Самара» за последние 2 года выезжали на этот адрес почти 20 раз. Сегодня они здесь, чтобы наглядно показать жильцам, что влечет за собой неправильное обращение с системой канализации. Александр Царев работает слесарем уже 11 лет. Рассказывает, за это время из люков доставать приходилось разное – подгузники, лекарства, кроссовки и даже трехколесный велосипед. По срокам устранение засор бывает по-разному. Бывает и полчаса, бывает час, а бывает и неделя по-разному, как забьют трубу. Сегодня коммунальщики установили в канализациях проблемного двора по улице Клинической ловушки, специальные сетки. Таким образом, все, что жители смыли за последние 2 дня, можно увидеть воочию. Влажные салфетки и средства личной гигиены лидируют. Жир, оставшийся от приготовления пищи, также смывать нельзя. Он оседает на стенках труб, вследствие чего затрудняется проход сточных вод. Постепенно это отлагается на трубах, да, постепенно диаметр трубы занижается и происходит излив. Соответственно, это доставляет определенные неудобства нашим жителям, да, с учетом нашей многоэтажной застройки, с учетом частой установки парковок, машин. Ну, есть определенные сложности в промывке этих сетей. Только за прошлый год на устранение засоров коммунальщики выезжали 6 тысяч раз. Информационную акцию сотрудники РКС «Самара» планируют сделать постоянной и раз в несколько месяцев посещать самые проблемные дворы. Коммунальщики напоминают жителям, что система водоотведения предназначена для приема жидких бытовых отходов. Все остальное должно отправляться в мусорное ведро. Мария Ильчан, Григорий Плешаков. События. Покажу.